Добрый день! Сегодня простой рецепт гречневого супа. Так, нам понадобится картофель, лук, морковь, гречневая крупа и любимые специи. Готовить можно как на мясном бульоне, так и на овощном. Картофель нарезаем небольшими кубиками. Морковь можно натереть на терке или порезать вручную. Лук мелко шинкуем. Гречневую крупу промываем холодной водой. Я буду готовить сразу в кастрюле. Вначале необходимо обжарить лук в течение 3-4 минут. Далее добавляем морковь и обжариваем еще несколько минут, примерно 3-4. После добавляем специи, например, как черный перец, лавровый лист, и соединяем с картофелем. Тушим буквально 1-2 минуты на медленном огне. После чего добавляем промытую гречневую крупу. Заливаем горячей водой примерно 2 литра. Доводим до кипения и на медленном огне готовим 15-20 минут. Вот такой легкий вкусный супчик получился буквально за 30 минут. Приятного аппетита!